Ведь и я, и тот, кто меня ненавидит, перестанет лицом к лицу с Иисусом Христом. Аминь. И каждый даст за себя отчет. И поэтому извини, братан, если я что-то делаю не так, как тебе нравится, потому что мне отвечать не перед тобой. Аминь. Поэтому, дорогие, расслабьтесь и живите так, как будто это ваш последний день на земле. И вы должны оставить сейчас все, что вы только можете. Отдать самое лучшее. Вот так я и говорю мои все проповеди. Ничем отличаться от предыдущих не будет. Ты хочешь успех? Живи так, как будто это твой последний день. Живи так, как будто это твой последний день. Ты хочешь славу Бога? Живи так, как будто это все, что тебе сейчас дано. Потому что это реально так и есть. Как только я выйду из этих дверей, никто не может гарантировать ни мою продолжительность жизни, ни твою. И поэтому, дорогие, если ты думаешь входить в призвание, я тебе говорю, ты прямо сейчас в нем и находишься. Кто ты? Куда ты? Где ты? А я жду, не дождешься. Делать нужно сейчас. Сейчас. У тебя во власти сейчас. И это то, что я научился использовать очень хорошо. Я использую сейчас. Завтра я не использую. Аминь. Итак, дорогие, мы пойдем с вами в слово. И сегодня я буду говорить насчет такой хорошей мысли, которая пришла мне так давненько назад. И знаете, я касался частями в некоторых темах, но сегодня я хочу все суммировать и выдать эту мысль конкретно. Чтобы каждый из нас понял, что значит умение видеть духовный мир. Что значит понимание того, что ты видишь. Церковь, мы с вами даже не представляем, знаете, почему все так далеко и глубоко заблудилось и потерялось. То, что церковь сегодняшних дней не видит Отца Творящего. О, мы пойдем куда-то. Итак, тема называется «Ты не мечтаешь о том, чего ты не знаешь». Эйма? Объясняю. Скажешь, нет, я мечтаю. Тут не мечтай. Как если всю жизнь, что ты в своей жизни видел, это велосипед Украина и Орленок, и ты никогда в жизни даже не нюхал, что такое Мерси Бимар, ты будешь мечтать только об Орленке и велосипеде Украина с бардачком. Кто помнит бардачок? И семейный ключ. Аллилуйя. Некоторые братья понимают, вот в сердце оно. Было и у нас такое. Твоя мечта и действие основано на увиденном и полученном образе. Например, как ты будешь мечтать о чем-то, чего ты не можешь мечтать, пока ты не встретишься. Ты не можешь мечтать, пока ты не увидишь. Человек такое существо, он никогда не мечтает о том, чего он не знает. Нет этого, никогда не было. Даже Петр по воде бы никогда не пошел, если бы не увидел. Если бы не познал, если бы не столкнулся. Дорогие, мы знаете, почему церковь парализована и мертва? Мы ни разу не видели, как кто-то ходит по воде. Мы ни разу не видели, как открываются глаза слепых. Мы ни разу не видели, как после недельной смерти воскресает мертвых. Вот почему мы дохлые завонялись. Я верю, что когда-то придет. Нет, не придет. Потому что придет тогда, когда ты это увидишь. Но здесь есть маленький элемент. Увидеть и действовать требует что? Ты не можешь просто увидеть и действовать. Почему? Потому что тебе нужно кое-что переломить в себе. Где-то нужно сломить все компромиссы. Где-то нужно уже потерять всех друзей. Что будет в конце света? Что будет в конце света? Пастор, ответь на вопрос. Что ты думаешь насчет конец света? Не знаю. Ты боишься? Нет. Почему? Я уже умер. Я умер. Все. Я все похоронил. С Иисусом там на кресте. Я все похоронил. Все. Знаешь, кто переживает? Тот, кто планирует завтра жить. Цунами. Радиация. Что? Что? Бедненький, ты ж мой красотулечка духовная такая. Сидит бедный, не знаю, весь канал новостей сейчас, наверное, не выключается, наверное. Мне за тебя страшно, ты думаешь жить завтра. Тебе подарено сегодня, христианин ты мой.
этот день используют для того, чтобы еще одну бомбу сбросить в царство сатаны. Если даже радиация будет, я в радиационном состоянии сатане еще что-нибудь там рок сверну. Да мне все равно. Ползем, пока дышим, церковь. Кричим, пока кричится. Двигаемся, пока возможно. О, христианство не знает, что оно вообще такое из себя представляет. Боже мой. Ты не мечтаешь о том, чего ты не видел. Человек такое существо, которое творит исключительно по полученному изначально образу. Сидим с ребятами и болтаем. Траля-ля, траля-ля, покажи свой вот эту штуковину, iPad, например, да? И только он пощупал, только он потыкал. Хочу. Хочу. А что ты хочешь? Что ты раньше не хотел? Не знал. Не видел. Дорогие, вы должны понять, что именно этот элемент присущ в духовном мире точно так, как и в физическом. Ты не захочешь, если не увидишь. Вот почему должны прийти первопроходцы и пионеры, которые вопреки всему войдут туда и принесут его славу. Чтобы все остальные, которые даже не могут войти, увидели кого-то ходящим по воде. Ты слышишь меня? Ты не мечтаешь о том, чего ты не знаешь. Все, что ты мечтаешь, это то, что ты знаешь. Все, что ты имеешь, это то, до чего ты домечтался. Все, о чем ты хочешь продвинуться в Боге, это не что иное, как все, что ты вычитал в книжке, услышал на конференции и столкнулся с каким-то человеком. Не более. О, но есть те, которые начинают черпать оттуда. Я сейчас об этом говорю. Я знаю то, что не предназначены все сразу в один день прыгнуть туда. Есть первопроходцы, у которых крепкий лоб, у которого серьезная броня. Люди, которые поднимаются сейчас по всему лицу земли, которые больше не пойдут на компромисс, потому что терять церковь нечего. Скажите мне, что в той отмороженной церкви терять? Членство? Теряй быстрее! Членом той отмороженности ты точно не хочешь быть? Алло! О, я бы рассказал вам, я буду держать все в руках. Чтоб тема более была назидательной. Аллилуйя. Ты берешь для себя что-нибудь? О, аллилуйя, я тоже. Смотри. Знаете, почему церковь сегодняшней ничего не делает и никуда не идет? Вы видите? Говорю, если кто-то, он атакует церковь, он плюет, он там сливает помои. Стоп. Мы не говорим сейчас об осуждении атаки каких-то деноминаций церкви. Мы говорим о том, что кто-то пошел на компромисс и не явил что-то. Мы говорим о том, что предыдущее поколение перед нами нам ничего не передало. Я ничего не получил. Да, спасибо за Библию, спасибо. Хоть сильно дальнюю, но спасибо. Слава Богу, что я несколько языков знаю, могу разобраться. Где чё? Послушай. Ничего не делается, никуда не... Потому что она не видит. Я говорю сейчас, знаете, куда я сейчас говорю? Я не говорю в толпу. Я прямо сейчас проповедую в сердца пионеров и чемпионов, которые прямо сейчас меня слушают. И это тебя цепанет, как никогда. Потому что ты рожден Богом. Потому что ты задавал вопрос, почему ты похож на слона? Я не физически имею в виду. Ты такой толстошкурый, такой большой, спокойный. Почему? Ну, что понадобится скоро. Эймэ? Или наоборот, почему мы видим церковь, делающую то, что она делает? Потому что это все, что она увидела и ей показала. Знаешь, что ты хочешь на миссии?
угадай. Знаешь, что ты хочешь гуманитарку куда-то отправить? Угадай. Знаешь, что ты хочешь в политику пробиться? Вот. Угадай. Потому что какой-то пришел и показал тебе картину. И твоя мечта на этом основывается. Слушай, перемотай назад. Вообще, пойми, кто начал твою мечту. Разберись, откуда у тебя пришли эти имиджи. Откуда? А это оказывается просто чье-то, которое засолило наш мозг. Я сейчас не говорю к толпе, я опять говорю, я обращаюсь к первопроходцам. Я обращаюсь к тем людям, которые в это время Богом рождены встать. Да, в радиации, во всей этой туфте, подняться среди всей этой дряни. Почему? Потому что светиться ярче будет. Чем темнее, тем все светлее то, что светит. Не переживай за себя. Миссия дьявола. Слушайте, миссия дьявола всегда заключалась не в том, чтобы выбить тебе глаза, чтобы ты не видел. Миссия дьявола всегда заключалась в том, чтобы ты просто видел не то. Ты никогда, ты вообще задумывался над этим? Когда... Я говорю, Господи, я поймал себя в процессе творения. Ты сейчас сидишь и творишь. Ты творишь лень. Ты творишь... Что угодно. То есть все, что ты сейчас делаешь, это и есть творение. Даже если это ничего, ты ничего сделал. Потому что ничего сделать, тоже надо что-то сделать. Надо просто сесть и ничего не делать. Вот ты сотворил сейчас. Ты сотворил ничего.